Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами я Вован, и там еще целая куча мимосов, потому что сегодня мы будем проходить модификации. Так, блин. Вот так намного лучше, потому что теперь уже все потише. Короче, ребята, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, я опять вернулся. Я опять продолжаю проходить различные модификации для вообще различных игр. На сегодня у нас это второй Half-Life и модификация под названием Dank Memes, или Dank Memes, кто как называет это человек. Так, в общем, сейчас будет самый первый мем. Нам надо будет драться против мемов здесь, да, прикиньте себе такое. Так, да, тут не... так, первый мем это Sonic. Щит. Короче, в конце он просто подорвется, а что идет за ним? За ним ничего больше нету. Там был Sonic, короче. Так, вот он Дюн, нам этого не надо. О, Шрек. Пока. Damn, son, where'd you find this? Крутяк, это чё? Это чё, напиток какой-нибудь? Ну дайте. Это Mountain Dew. Крутяк. А теперь погнали нафиг отсюда. Фак. Вот этом наверх. Ладно, понятно. Damn, son, where's the money? Сделано, Петис. Куча мемов, а теперь иллюминаты. Здорово. You've been able to break into my running fighting. That is no matter, cause I am about to destroy you in my ultimate MLG quickscoping final form. Не получится. Четвёрка. Зовут меня Джон Сина. Стоп, что? Это все? Фак. Вот и здесь. Это все? Это конец? Вот фак. Это все? Вы издеваетесь или как, ребят? То есть вот это вот как раз таки была его четверка, то есть Sonic, Шрек, непонятная фигня, блин, то есть целая куча врагов и Джон Сина? Это все? Это все? Фак, ну блин, никакого хардкора. А хотя я и сам не люблю хардкор, ну... Фак, в любом случае мы победили. То есть мы прошли всю модификацию за несколько секунд, это... Это ненормально. Подписывайтесь на канал, всем пока. А хотя нет. Должно здесь быть хотя бы что-нибудь еще. Должно. Давайте здесь просто возьмем и покопаемся хотя бы. Так, ну давай. Не могли они все так просто оставить. Ну, клип. Ах, ладно, сочиться. Включиться один. Ну, клип. Чик. И на клип врублен. То есть что, реально ничего нету? Это все? Короче, ребята, это реально все. Так что уж извиняюсь, не хочу заканчивать, но всем пока.